В 2008 году в российском календаре появился еще один праздник – День семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля в память о святых преподобных Петре и Февронии, покровителях семейного счастья. О том, как этот праздник отметили в Грайвороне и кто стал его главным героем – сюжет Александра Колотилина. Екатерина Тимофеевна и Юрий Григорьевич Бражник познакомились 48 лет назад, когда молодой Юрий, только что вернувшийся из армии, пришел в местный клуб на танцы. Там он и заметил новую завклубом Екатерину. Прокатил на велосипеде второй раз и превратилась в любовь. Пошла-поехала. 3,5 километра от клуба, потом под Украину как раз почти, под Конгрессовку. Жила там, на конце географии. И превратилась в любовь. Вот и вот поженились. Катились. Однофамильцы. У него Бражник и у меня Бражник. Сегодня семья Бражник и еще две грайворонские семьи, Круговцовы и Шульженко, получили медали за любовь и верность из рук депутата Государственной Думы Олега Лебедева. Я, в принципе, считаю себя достаточно молодым, потому что я всего 28 лет живу со своей женой законной. И радуюсь каждый день счастью, что у меня есть рядом со мной такой человек. Это для меня гордость присутствовать на этом празднике и чествовать таких людей. А молодым семьям я желаю, чтобы семья жила в любви, в преданности друг другу, уважении друг к другу. Продолжился День семьи, любви и верности традиционным грайворонским хороводом, который еще называется «Кривой танок». Он собрал в себя всех, кто пришел на праздник. Александр Колотилин, новости мира Белогорья.